ну, по сути, стоит машина, газовый трубы. Все, дорога не перекрыта, но, в принципе, все это. Там дальше еще бочки, походу, стоят отдельно, крыша их горит. Здесь основная часть не выглядит. Начинается, не с кофе. Ты говорит, только два, а там шесть. Две, два, а еще шесть. Едет внезапно. Вон там ты уже тушить начинаешь. Да, он дед не бахнет. Как тепленько. Аж слышно, как шумит, горит мне. Бля, на 4 раза бомбануло вообще громко-громко. К железке что ли пойти сходить поближе? О, кто-то там к железке, а это железники шарится. Дрончик прилетел, и не один, было два взрыва, большой огонь горит, справа огонь, еще третий, прям видно было, что это дрон летит, а там нефтебаза. Сегодня США и их натовские сателлиты по-прежнему одержимы идеей нанести России стратегическое поражение, готовы и далее сдерживать нашу страну, что называется, до последнего украинца. При этом западники опасно балансируют на грани прямого военного столкновения ядерных держав, что чревато катастрофическими последствиями. Особое беспокойство вызывает тот факт, что именно тройка западных ядерных государств, в числе ключевых спонсоров преступного киевского режима, главных инициаторов различных провокационных шагов.
США при поддержке союзников продолжают пропагандистскую кампанию по дискредитации космической деятельности России и наших инициатив по предотвращению гонки вооружений в космическом пространстве. Цель – отвлечь внимание международной общественности от реальных угроз в космосе, добиться выделения дополнительных финансовых средств на наращивание своих национальных военно-космических потенциалов. При этом градус абсурдности антироссийских вбросов из Вашингтона зашкаливает. Дошло до голословных обвинений в некой угрожающей международной безопасности активности в космосе, связанной, цитирую, с размещением там ядерного оружия. Россия твердо привержена своим международно-правовым обязательствам, в том числе договору о космосе 1967 года. Последовательно выступаем за сохранение космоса в качестве пространства для исключительно мирной деятельности всех государств на равноправной основе. Приоритетом для нас остается выработка международного юридически обязывающего инструмента, устанавливающего надежные гарантии предотвращения размещения оружия в космическом пространстве, применения силы или угрозы силы в отношении космических объектов. Основа имеется. Проект соответствующего договора, представленный Россией и Китаем на конференции по разоружению. Группировки наших войск владеют инициативой по всей линии боевого соприкосновения и продолжают выдавливать противника с занимаемых рубежей. В результате активных боевых действий российскими военнослужащими освобождены населенные пункты Первомайская, Богдановка и Новомихайловка Донецкой Народной Республики, на Бердычах и Георгиевке. Киевский режим не смог достичь поставленных целей в контрнаступлении, подготовленной натовскими инструкторами. Наши военнослужащие развеяли миф о превосходстве западного вооружения. Обстановка в зоне специальной военной операции. Соразмерно угрозам, создаваемым Соединенными Штатами и их союзниками, продолжим совершенствовать состав и структуру вооруженных сил, увеличивать выпуск наиболее востребованных образцов вооружения и военной техники. Повысим интенсивность ударов по логистическим центрам и базам хранения западного оружия. Вооруженные силы России продолжат решать поставленные задачи до полного достижения цели спецоперации.